Мой любимый цвет авто – красный. Ведь красный – это скорость. У меня авто черное, но, если честно, я хочу что-то повеселее. Например, желтое. У моей машины редкий зеленый металлик. Я такой ждал 2 месяца. А у нас мужчина не сядет за руль автомобиля, если он не белый или черный. Это как-то не по-мужски. Добро пожаловать в Ташкент. Это жизнь других. Ничего о нем не знаю. Единственное, что приходит на ум при мысли об этой стране, это шикарные дыни, сладкие арбузы, ну и, конечно же, узбекский плов. О, подождите, кажется, я проголодался. Поэтому давайте начнем как раз с еды, а потом уже разберемся, что здесь и как. Но нельзя мне на голодный желудок начинать работать, поэтому... Узбекистан – страна довольно большая, колоритная и разнообразная. Но так как раньше я здесь не была, то решила не мелочиться и сразу приехать в столицу страны – Ташкент. Знаю-знаю, первое, о чем вы подумали, когда я произнесла название города – это жара. Но уж так сложилось, что это самая первая ассоциация со словом «Ташкент». В принципе, здесь и правда бывает очень жарко. И вот если бы я родилась в этом теплом климате этого прекрасного города, то, скорее всего, жила бы в большой семье, как у Тахира и Мухаббат. Хотя готовить каждый день ужин на 20 человек не мой вариант. А может, я была бы местной знаменитой певицей, как Муниса? Тогда у меня было бы минимум по 5 свадеб в день. Но больше всего я бы хотела быть женой Ибрахима. Ведь в таком случае я бы никогда не начинала съемку голодной и каждый день ела бы любимое блюдо всех узбеков. Ну-ка, попробуйте угадать, что это? Даю полсекунды на раздумья. Больше здесь не надо. Конечно, плов. Это вне конкуренции. Плов! Плов, конечно. Невозможно не сказать плов. Свадебный самаркандский плов. Если узбек не скажет плов, то это не настоящий узбек. Я признаюсь сейчас честно. Для меня плов всю жизнь это был рис и мясо. Ну, как мне. А оказывается, его здесь... более 60 видов, представляете? То есть, а если еще смотреть по разным регионам, то еще больше. Поэтому я решила пойти узнать, попробовать, что это такое. Как можно рис, плов сварить больше 60 видов. Во-первых, каждый повар делает плов по-своему. Во-вторых, для каждого праздника плов может готовиться немного иначе. В-третьих, в каждом городе, городке или деревне есть свои отличия. Ну и, конечно, у каждой хозяйки свои секреты. Поэтому я бы сказал, что 60 разновидностей – это только основные. А на самом деле их количество невозможно посчитать. Я можно у вас спрошу, да, чуть-чуть? Ага. А сколько готовить надо плов? 3,5 часа. Не буду я готовить плов, я, конечно, прошу прощения. А вы учились где-то специально, чтобы плов готовить, да? Конечно, повар плова – это у нас отдельная профессия. Часто профессию готовки плова передают из поколения в поколение. Но и в кулинарных техникумах у нас есть отдельная специальность, на которой учат людей готовить исключительно плов. А сколько порций плова вы делаете в день? Вы знаете, вы считали когда-нибудь? За раз минимум 1000 порций. Слушай, меня тут просто убили. 3,5 часа готовят, 1000 в день? Нет, 1000 – это за раз. А в день – 3 раза. То есть минимум 3000 в день. Ну,
Лучше б ты мне этого не говорил. Это здесь не просто блюдо, а важнейшая часть культуры. И именно поэтому я решила не торопиться с дегустацией, а подождать 3,5 часа и вернуться к обеду, когда плов будет максимально свежим. Ну а пока давайте заглянем в роддом. Он здесь неподалеку. Тем более там тоже кормят. О самых красивых местах, вкусных ресторанах, инсталокациях и главных достопримечательностях Ташкента я узнала от Aviasales. Вот даже сейчас я гуляю возле мечети Хазрати Имам, которую нашла в приложении. Весь контент в приложении Aviasales собран местными жителями, которые делятся секретными местами и полезной информацией о стране. Родильные дома у нас бывают только государственные, частных просто не существует. За роды при этом платить ничего не надо. Доплатить придется только, если женщина хочет быть в отдельной палате. Одиночная палата стоит от 180 до 290 тысяч узбекских сумов. Когда у женщины начинаются схватки, ее везут, как правило, в ближайший роддом. Но если женщина хочет конкретного врача, то ее привезут туда, куда она хочет. Вот так. После родов женщина остается в клинике на 3-4 дня. А вот когда приходит время выписки, то это превращается в настоящий праздник. Это правда, что мне говорят, что когда выписывают, это такой праздник здесь сумасшедший, что тут чуть ли не оркестры, не шарики, не салюты. Да, так и есть. Как правило, нанимают специальную праздничную машину. Например, лимузин. Заказывают много шариков, игрушек и всякого такого. В общем, это практически как на свадьбе. Причем независимо от того, какой ребенок, первый или четвертый. А то есть всем детям это, да, устраивают? Может, что-то, он что-то хочет, может? Может, его я раздражаю? Ой, ну хорошо, а все это вам будет готовить муж, да? Ну, все машины эти, игрушки, праздники. Да, муж и его семья. Я арендовал машину, купил огромного плюшевого медведя, человеческий рост, и, конечно, организовал праздник дома. Соберется все наше семейство. Сейчас встречу жену и поедем праздновать. Ну, с выпиской все понятно, но я же еще не задала самый волнующий для меня вопрос. А кормят вас как? Ограничений никаких нет. Ешь что хочешь, хоть плов, хоть мясо. Можно, чтобы приносили свою еду. Но и здесь в столовой очень хорошо кормят. Ну и как, скажите мне, пожалуйста, я могу пройти мимо того места, где хорошо кормят? Я не знаю, вот понимаешь, я не понимаю, что со мной происходит, но во всех роддомах мира я обожаю, в школах, в общем, куда бы я ни пришла, я обожаю приходить в столовую. Тут тоже есть столовая, вот как раз приготовили завтрак. На завтрак, значит, в роддоме у нас рисовая каша на молоке, она такая густая, такая приятная, кусок масла, сыр, хлеб и чай. И чай подается вот в таких пиалках. Такая каша, знаешь, как мне давали в детском саду, я ее терпеть не могла. А сейчас за счастье, рожала бы и рожала с такой кашей. Я уверена, что большинство из вас сейчас почувствовало вкус этой каши буквально через экран. Ведь она действительно с детства знакома практически каждому. И само собой в Ташкенте это относится не только к каше. Здесь вы увидите и знакомые каждому улицы, парки и архитектуру. Но вот то, как местные за этим городом следят, может удивить. Нужно отметить, что Ташкент действительно очень чистый город. Прямо такое ощущение, что его только убирают, 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 убирают и убирают. Знаешь, и ничего не делают, только убирают. У вас правильное ощущение. Наша служба работает без выходных с 6 утра и до 3 часов дня. Некоторые улицы моем и подметаем по 2-3 раза в день. Мы постоянно смотрим на их состояние и постоянно перепроверяем.
Бывают, конечно, у людей необычные профессии. Но поверьте, хобби бывают еще более интересными. А если хотите узнать, какие именно, идите в «Одноклассники». Там вышло целое шоу о хобби «Окнутые люди» с Сергеем Буруновым. Оно полностью посвящено необычным увлечениям пользователей соцсети со всей страны и станет первым в линейке оригинальных шоу, которые можно будет посмотреть только в ОК. Каждый узбек вас заверит, что именно кропотливость, размеренность и терпение – это главные черты местного характера. И применяют они их не только относительно уборки города, но и в других, куда более сложных и современных отраслях. Просто в центре столицы у нас действует технопарк. Это комплекс из 20 разных заводов. Здесь мы производим очень многие вещи, начиная от холодильников и другой бытовой техники, заканчивая лифтами и эскалаторами. Итак, внимание еще раз. Узбекистан – это страна, где, оказывается, создают высокотехнологичные лифты и эскалаторы. Я знать не знала. Когда я приезжаю в роддом, в школу, в детский сад, в ресторан, в конце концов, это кажется логичным и нормальным. Но я приехала на завод, где делают лифты. Вы спросите: Жанна, зачем ты приехала на этот завод? Я сама не знаю, но мне же интересно. Но самое главное не это. Самое главное, что видите, вот эта башня 60 метров. Эти лифты там испытывают для того, чтобы вы ездили спокойно, безопасно и с комфортом. Идем посмотрим. Интересно. Честно сказать, я думала, что проверять лифт – это просто на нем ездить вверх и вниз. Но тесты начинаются с мелочей, и проверяется здесь каждая деталь. Это аппарат, который проверяет износостойкость новых кнопок для лифта. Каждая из них должна выдержать 1 000 000 нажатий. Ой, так вам осталось еще только 500 нажатий. 500 тысяч нажатий. Вот это работа. Я могла бы работать вместо аппарата. То есть каждый день, знаешь, так вот нажимать. А потом смена закончилась и сразу к психологу. Еще одним важным этапом проверки лифтов является тест на вандализм. Вмятина-то есть. Идите сюда. Сейчас мы тут все проверим. Вот смотрите, вот это вот вмятина. О. Все-таки должно быть. Вмятина допускается. Главное, чтобы она была не глубже 8 миллиметров. То есть это нормальная вмятина? Да. Здесь важны две вещи. Чтобы после удара двери не открылись сами. И вмятина была в рамках стандарта. Понятно. Ну все, значит, нормальная вмятина, короче. Ну а после нажимания на кнопки и высокоточного измерения глубины вмятин, наконец-то приходит время непосредственно ездить на лифте. Вот тут есть несколько шахт, где испытывают лифты. Можно испытать пассажирский, панорамный и грузовой. Испытаю-ка я панорамный. Красиво? Красиво. О, открылся? Ну, я пошла. Надеюсь, уже его испытали передо мной как-то. Гарантию на новый лифт мы даем минимум на 10 лет. Кроме того, в каждом сделанном нами лифте установлена камера. И мы следим за его исправностью 24 часа в сутки. Ой, ребят, я вам скажу, что какая шикарная работа, знаешь, вот так. Кем вы работаете? Я испытываю лифт, катаюсь туда-сюда, вверх-вниз, вверх-вниз. Хорошо едет лифт, зеркало есть наверху, панорама. Ну, что вам сказать? Великолепно. И они сами это все делают, представляете? Вот это молодцы. Ну, с лифтами все понятно. Пришло время посмотреть на их новомодные эскалаторы. Угу. Те самые, знаменитые узбекские эскалаторы.
Я только что узнала, в Центральной Азии эскалаторы делают только здесь. Можете себе представить? И вот тут новшество такое. Эскалаторы, вот тут вот выпрыскиваются очистители, которые очищают эти поручни. И ты, получается, едешь, и у тебя все время руки на чистом поручне. Представляете, так вот едешь, и все, она чик-чик, и так, и руки твои чистые. Класс, а? Ой, подожди меня, подожди. Сейчас я руки. Сейчас. Вася, иду. В общей сложности на этих заводах работает 5500 человек, большинство из которых квалифицированные профессионалы. Чтобы устроиться на такую работу и, так сказать, подняться на социальном лифте по карьерному эскалатору, понятно, что надо получить высшее образование. Но в этот раз, перед тем, как идти в сам университет, я решила зайти в местное студенческое общежитие. Я вам признаюсь честно, я никогда не жила в общежитии. И когда у моих друзей в институте были какие-то вечеринки в общежитии, я им так всегда завидовала. Мне казалось, у них такая всегда была веселая и разнообразная жизнь. Поэтому зайду сейчас сюда в общежитие и узнаю, такая же ли у них веселая жизнь студенческая. Вот сказала вам, что посмотрю, а посмотреть-то все и нельзя. А знаете, почему нельзя? В общежитии на втором этаже живут девочки, сверху живут мальчики. И вот мальчики такие вот идут, знаешь, и вот сюда они вот так вот не могут переступить порог, потому что живут девочки. И они даже, в принципе, не знакомы друг с другом. Могут встречаться, если что-то вдруг понадобится, только на первом этаже, представляешь? Вот чудо, я пошла к мальчикам, что это я такая, с ума сошла прям. Сразу скажу, что само общежитие мне понравилось. Свежий ремонт, уютные комнаты и большая современная кухня. Именно здесь я и нашла свою новую подругу Гузаль. Ты мне скажи, вы тут прямо готовите, прямо и первое, и второе готовите, да? Конечно. И завтрак, и ужин. Все здесь готовим, и все здесь едим. А бывает такое, что кто-то приготовил и не убрал за собой? Бывает, но очень редко. Держи чай. А, мне? Боже мой, спасибо. Конечно, вы такие, вы очень... как всегда. Хорошо, спасибо за чай. А ты давно живешь тут? Второй год. Дорого стоит? Очень дешево. Я плачу 500 тысяч в месяц. И это как минимум в 2 раза дешевле, чем снимать комнату в квартире. При том, что здесь у нас есть и спортзал, и бассейн, и теннис, и все это бесплатно. Есть, конечно, и правила, тот же комендантский час у нас с 11 часов вечера. Но все равно куда лучше и выгоднее жить в общежитии. Я что-то не могу понять. Это меня по таким местам водят или Узбекистан действительно настолько хорош? Ладно, пока оставлю этот вопрос открытым и перейду к вопросу денег. Чтобы снять двухкомнатную квартиру в Ташкенте, заплатить придется около 3 миллионов сумов. Чтобы вы понимали, много это или мало, могу сказать, что, например, тот же повар плова в месяц зарабатывает примерно 11 миллионов сумов. А чтобы стало еще понятнее, надо взглянуть на цены на продукты. Если одна часть населения любит покупать продукты на рынке, то другая любит в супермаркете. Пойду сейчас посмотрю, сколько что тут стоит. Интересно. Итак, смотрим. Упаковка яиц на 15 штук стоит почти 34 тысячи сумов. Литр кефира в среднем 13 тысяч. Литр молока чуть меньше 10 тысяч. Ну что ж, по-моему, на зарплату повара вполне можно жить. Еще и останется. Если есть свое жилье в Ташкенте, то не проблема прожить и на зарплату. Скажем, 4-5 миллионов сумов. Если приходится арендовать, тогда надо намного больше. Но, по-моему, 10 миллионов этого с головой хватит. Разобравшись с ценами и выходя из супермаркета, я заметила другую забавную вещь. Оказывается, здесь многие люди дают свою банковскую карту продавцу и говорят ему пин-код. А тот уже сам вводит код и снимает нужную сумму.
Народ почему-то считает, что так будет быстрее. И хоть по закону так делать нельзя, продавец обязан дать терминал покупателю, а тот сам ввести пароль. Но на практике выходит иначе. Все просто, работает на доверии. Местные жители на самом деле простые, открытые и легко доверяют друг другу. Когда я заметила эту их черту, то сразу задумалась о уровне безопасности в Ташкенте. По идее, она не должна быть высокой. Но как дело обстоит на практике, лучше спросить у тех, кто за эту безопасность отвечает. Я очень люблю смотреть детективы, думаю, как и вы. Поэтому мы все с вами знаем, как работает полиция. Это все, я не знаю, погони, все допросы. Ну, все мы знаем. Поэтому сейчас пойду в местное отделение и узнаю, как проходит работа тут. Интересно. Начнем с того, что сейчас у нас нет ни милиции, ни полиции. Вся наша служба называется «Внутренние органы». А уже дальше делится на отдел патрульных, отдел транспортной безопасности, туристической безопасности и многие другие. Честно скажу, от первой моей просьбы у местных сотрудников внутренних органов сжались внутренние органы. Но когда они поняли, что мне только посмотреть, то расслабились и любезно провели меня туда, куда мне хотелось. Как вы понимаете, камера временного заключения тут существует. Хочу вам сказать, что чисто, вот должна отметить, чисто, уютно, комфортно. Камера за тобой следит, окошко есть, свет есть. Ну, единственное, конечно, если тут человек на сутки остается, лежать очень неудобно. Если вдруг человек, который тут находится, захотел в туалет. Все предусмотрено, господа. Смотрите, то есть его выпускают, он заходит вот сюда, а тут и бойлер, и раковина, и унитаз, окошечко с решеточкой, и посушил руки себе и обратно, так сказать, в свое уютное гнездышко. Но надо отметить, что за все это время, которое я была в отделении, я не видела ни одного преступника. А все камеры были свободные. В международном рейтинге безопасности Узбекистан занимает 16 место. Для примера, скажем, Италия занимает 61-е. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас очень чистое, очень просторное помещение. Прям честно сказать, вот иногда я вот хочу скажу вот сейчас... Секрет один большой. Вот женщины, которые сидят дома с детьми, я клянусь, многие бы хотели сюда на часок приехать. Отдохнуть в такой тишине. Единственное, вам надо что-то решить с вашей этой скамейкой. Очень неудобно это, знаешь. А это ведь она специально такая, чтобы никому не хотелось сюда приходить. Но там и сидят обычно часа 3-4. Это так, если конфликт какой-то бытовой был, мы туда человека сажаем, чисто чтобы от стресса ушел. Со стресса? Ой, я вот к вам приходила бы со своим стрессом, честно сказать, гораздо чаще. Так, то есть у вас, значит, а сколько тут людей у вас работает? Здесь у нас около 60 человек. Кто в патруле, кто за пультом. Вон, кстати, экран, где мы видим всех наших патрульных. Где-где-где? А, это вот... Как только приходит вызов, мы сразу видим, кто ближе всех, и отправляем туда наряд. Ну, вы прям как Чип и Дейл. Спешат да. На помощь, практически. Во внутренних органах могут работать только люди с высшим образованием. А большинство сотрудников готовятся к этой работе буквально с детства. Есть специальные школы, где мы готовим к службе детей, начиная с 4 класса. С 4 класса? Ну ничего себе! Это же какой опыт у людей! А это специальная комната, где люди могут написать заявление или просто пожаловаться. Жаловаться? Ой, это я люблю. Вы знаете, в общем, хочу вам сказать, мой оператор...
В общем, понимаете, но нет сил моих больше. Что вам сказать? В общем, и так я ему уже объясняю, и так ему объясняю. Ничего, что уже не запрашивают. Так что вот так вот мы проблему и решили. А вы знаете, почему я так много жалуюсь на своего оператора? Да потому что я же до сих пор голодная. Ой, совсем забыла про свой плов, а ведь он уже готов и ждет меня, не дождется. Спасибо. Ну, что вам сказать? Значит, сказали, для облегчения плова принесли мне салат и чай сладкий. 3,5 часа вот это готовилось. То есть рис и мясо. Еще принесли яйцо куриное, яйцо перепелиное, еще какой-то кусок мяса, орешки, изюм. Ну что, ребята, с Богом. Я забираю все свои слова обратно, что я когда-то в своей жизни ела плов. Это потрясающе. Рис прямо тает во рту. Закругляемся, ребята. В общем, я вам скажу, что это капец как вкусно. Просто обалдеть. Я, которая... А порция этого кулинарного чуда стоит всего 30 тысяч узбекских сумов. Теперь я понимаю, почему так много людей здесь его любят. Дайте ей по рукам. Мне только что сказали, чтобы я побила себя по рукам, потому что сказали, что вилкой плов не едят, надо есть ложкой. Я вам скажу, вкус не меняется. Кстати, мне дали плов, который называется «Свадебный». В нем немного больше специй, и готовится он на более дорогом оливковом масле. Вообще, хочу сказать, что для местной культуры свадьба – это очень серьезный праздник. Любая деревенская свадьба будет устраивать торжество вселенского масштаба и приглашать к себе на выступления знаменитых артистов и артисток. С одной из них я, кстати, познакомилась. Знакомьтесь и вы, это Муниса, самая известная певица в стране. Если говорить честно, то концертов у меня немного. Чаще всего я работаю на свадьбах. Выступаю каждый день. И каждый день у меня в графике, как правило, 5-7 разных свадеб. Максимум 13. В день? В день. И без выходных. Да. Свадебный бизнес у нас очень хорошо развит. Это твой основной заработок? Да, и я на него совсем не жалуюсь. Топовый артист в Узбекистане при желании может зарабатывать до $5000 в день. Но, конечно, для этого надо много работать. И это все на свадьбах. Удивительно, правда? Но сейчас я вас удивлю еще больше. Ведь концертов нет у артистки. Песни, которые в сети посмотрела практически столько людей, сколько людей в самой стране. Ну, у тебя по 32 миллиона просмотров твоих песен, то есть... Как ты? Ты должна каждый день давать концерты. Дело в том, что у нас огромная диаспора по всему миру. Вот они и смотрят. Я езжу за границу и там даю концерты, собираю залы по 4000 человек. Ну а здесь, да, здесь свадьбы. Свадьба – это традиция, а традиция в Узбекистане – это очень важная часть жизни. Большинство людей здесь придерживается именно традиционных ценностей. И по этому поводу мне вот еще что интересно. Скажи мне, быть популярной певицей-женщиной и популярным певцом-мужчиной здесь – это одно и то же? Я поняла, о чем ты. Сейчас я бы сказала, что одно и то же. А вот буквально пару лет назад еще было по-другому. В узбекских традициях есть такое, что женщина должна сидеть дома и заниматься детьми, а мужчина работать. Но понемногу это уже уходит в прошлое. А сейчас уже даже есть женщины, которые сами обеспечивают семью. Тут, я бы сказала, уже есть равенство.
Однако есть вещи, в которых узбекские женщины и мужчины точно отличаются. И вы никогда не догадаетесь, что это. Поэтому я так и быть расскажу. В Узбекистане подавляющее большинство водителей – это мужчины. Женщины тоже есть, но мужчин все-таки больше. Поэтому машины продаются практически только белого и черного цвета. Потому что мужчины красную машину не будут покупать. А по секрету мой оператор и водитель имеет красную машину. Но они живут в Узбекистане. Это я вам сейчас не черно-белое кино включила. Это так выглядит местный авторынок. Самый крупный в стране. Мужчина чаще всего выбирает или черный цвет авто, или белый. А красный или другой яркий цвет считают, скажем так, женским. У меня автомобиль белый. У меня черный. У меня машина белая, но это в первую очередь потому, что у нас такой климат, что летом очень жарко, а белый меньше нагревается на солнце. Кроме того, на белом меньше видно пыль. И что самое забавное, несмотря на то, что подавляющее большинство машин в Узбекистане белые, их не так просто купить. Если вы хотите купить новое авто из салона, черное или белое, то придется выждать очередь. Ведь производитель не успевает за спросом. Белое авто можно ждать до года, черное – от 3 месяцев. По этой причине здесь очень популярны автомобили БУ. И на самом авторынке их купить можно быстро и без очереди. Но, как и с любым подержанным авто, здесь тоже надо быть внимательным. Перекупщики, они и в Узбекистане перекупщики. Вы знаете, я, конечно, ничего не понимаю, но мой оператор разбирается в красных машинах и в черных. И он мне говорит, что здесь вот машина с пробегом, видите, у нее, то есть она не новая, а выглядит абсолютно как новая. Запечатанные все сиденья, запечатанный тут капот. И сказали, что это для того, чтобы отвлечь людей, покупателей от каких-либо изъянов. Ну, как будто новая, знаешь, она. На самом деле есть люди, которые покупают новое авто и даже не снимают с него полиэтилен. Так и ездят годами. Просто они сразу думают о том, чтобы все сохранилось лучше и в будущем продать машину выгоднее. Вообще я заметила, что местные очень бережно относятся ко всему. Это касается не только машин, да и других вещей и даже домов. В Ташкенте я остановилась в отеле «Мир Люкс Плаза». Здесь есть все, что мне надо. Отличное расположение в центре города, вкусный кофе, спа и комфортный номер с прекрасной панорамой. А поселила меня сюда туристическая компания «Канаан Тревел». Здесь легко подберу для вас тур по Узбекистану, странам Центральной Азии и Кавказу. «Канаан Тревел» организует путешествия на любой вкус, цвет и кошелек. Вот, например, семья, в которую я пришла в гости, живет в доме, которому 120 лет. Это дом моего рода. Я здесь родился и вырос. Так же, как и мои дети. Из 4 детей старший сын с женой остались жить с нами. И мой внук с женой тоже живут здесь. Потом тут останется кто-то из моих правнуков. И так далее. Таковы наши традиции. Мне вот интересно, когда вот люди живут в такой большой семье, как у вас распределяются домашние обязанности? Вот кто за что отвечает? Ну, я, например, хожу за покупками. А готовят и убирают в основном невестки, жена, сына и внука. А вы выбирали своему сыну жену? Или как? Или сын познакомился с женой и говорит: мама с папой, вот я женюсь. Как было? Да, по традиции у нас чаще всего родители выбирают детям супругов. Поэтому мы выбрали жен и сыну, и внуку. Встретились, познакомились, повстречались 3 месяца и свадьба. Ой, слушай, так это хорошо, у вас так, значит, нет проблем, понимаете, вот честно сказать. А то, знаешь, это вот пока найдешь, знаешь, еще надо понять, где ее искать, правильно? Ну вот согласитесь, что это же очень много проблем из-за этого возникает. А родители плохого, получается, не посоветуют.
Вам может показаться, что традиции здесь ограничивают свободу выбора и что-то навязывают. Но это совсем не так. Чтобы во всем разобраться, я хочу сделать небольшое отступление и вернуться к своему разговору со студенткой. А ты мне скажи, если бы ты не поступила в университет, ты бы уже замуж вышла? Я уже выхожу, но я выхожу по своей воле. Заметьте, я даже об этом не спрашивала. Однако Гузаль сама сказала, что ее никто ни к чему не принуждал. Если бы твоим родителям не понравился бы жених, они бы тебе сказали, что извини, дорогая, давай поищем еще. Если честно, не знаю, ведь он им понравился. А подожди, у меня логичный вопрос сейчас вдруг возник. С парнями встречаться вам нельзя? А как вы тогда замуж выходите? Я не поняла. Слышь, он к тебе же даже прийти не может. Это же только в общежитии не может. А так мы видимся, например, в кофейнях. А вообще, он друг моего брата, я с ним познакомилась через него и почти 2 года встречалась. И то есть, подожди, ну хорошо, то есть вы уже почти 2 года встречаетесь, вы женитесь, а ну, вы целовались? Это секрет, это нельзя, все, выключайте телевизор, выключайте камеры, все, это никому нельзя говорить. 2 года встречаются и секреты. О, Господи, Боже мой. Главная черта, которую ценят в узбекской женщине, это скромность. Я, например, даже для фотосессии для известных журналов не буду фотографироваться в купальнике или даже в короткой юбке и с декольте. Это не потому, что я чего-то боюсь, нет, просто такое у нас воспитание, это уважение к традициям. Словом, не удивляйтесь такой реакции на вопросы про поцелуи. Что для нас кажется обыденным, то для местных кажется не совсем скромным. Кстати, вот что по поводу выбора спутника жизни мне говорила певица Муниса. Сейчас жизнь молодых девчонок уже начинает меняться. И если раньше абсолютно все решали родители, и девочки вообще могли просто показать жениха один раз до свадьбы и сказать: «Это твой будущий муж, и мы считаем, что он тебе подходит», а девочка, чтобы родителей не обидеть, отвечала, что, мол, да, нравится, спасибо, то сейчас у девушек уже появляется выбор. Уже можно встретиться, пообщаться, понять, нужно тебе это или нет, ну и так далее. Так, ну поговорили с прекрасной половиной Узбекистана, но зато с нюансами и традициями замужества наконец разобрались. Теперь давайте вернемся в семью и на этот раз просто посмотрим дом, в котором семья живет. Смотри, здесь у нас такой внутренний дворик, а по периметру все комнаты, где живут сын и внук с семьями и я с женой. В общей сложности дом 240 квадратных метров. Вон там кухня, а здесь наша семейная столовая. А сколько у вас детей? 4. Но здесь живет только один сын, старший. Дочек замуж выдали, а младший сын переехал. А это правда, что здесь у вас в семье один ребенок должен всегда жить с родителями? Обязательно, такие традиции. Поэтому у нас и дома такие большие. Они рассчитаны на несколько поколений одной семьи. А это такой типичный узбекский дом. Ну, большой дом – это хорошо. Но недорого ли это все содержать? Вода, электричество, интернет, словом, все коммунальные платежи на все 3 семьи, которые живут у нас в доме, это примерно 500 тысяч сумов в месяц. Я бы сказала, что это недорого, но даже если у кого-то не хватает денег, то ему помогут. Ну и само собой, как и любые хорошие соседи, могут присмотреть за детьми, если в том есть необходимость. Хотя возникает она не часто, так как детские сады в Узбекистане государственные и бесплатные. И мест хватает всем. Да и выглядят они так, что сюда просто хочется привести ребенка. В детский сад отдают детей с 3 лет. С ними тут и занимаются, и танцуют, и поют, и кормят, и спать укладывают, и моют. Короче, ребята, в общем, рай на земле существует. О, и шкафчик есть. У каждого ребенка свой. И круто, если так светло, чисто. Красота!
Детский сад у нас работает с 7:30 утра и до 6 вечера. Детей учим и читать, и писать, а также есть уроки английского языка. Кроме того, есть и разные дополнительные кружки, но за них надо доплачивать. Но опять же, если семья малообеспеченная, то и это бесплатно. Однако кружки я не застала, но зато попала на соревнования по собиранию пазлов. Решила проверить, может, хоть этот спорт мне дастся легко. Так, хорошо. Так, что ты делаешь, расскажи. Тебе надо собрать пазл? Да. Давайте помогу. Давай. Тебе нравится в садик ходить? Да. Да? А что тебе тут нравится? Котлета. Котлета, и моё любимое, это котлета, ну это здорово. Ты, кстати, давай быстрее собирай, я тебе хотела, могла бы помочь? Я не понимаю, как вообще даже вставить это, куда, вот куда это? Вот, смотри, получилось? Наверное, вот так правильно. Какие молодцы все-таки, и рисуют, и поют, и пазлы складывают, и математику учат, и английский. Подождите, это же какая квалификация должна быть у воспитателя? Для того, чтобы быть воспитателем, работать здесь, какое надо иметь образование или стаж работы? Вот как попасть сюда на работу? Надо иметь и то, и другое. У меня, например, 2 высших образования и опыт работы. Но я все равно обязана была проходить сюда собеседование. Ну а детей вообще можно наказывать за непослушание? Ну, если, ну не сидит, не дает другим работать, ну абсолютно неуправляемый. Вот что с ним делать? Полюбить. Я думала... Нет, если полюбить ребенка, то он будет отдавать. Все очень просто, надо любить друг друга. Да, любить детей прежде всего. Ведь с любви к детям начинается любовь к людям. Только тот, кто получает любовь, умеет любить, умеет творить, наслаждаться жизнью и умеет быть человеком. И если вам есть кому дарить свою любовь, не стесняйтесь, дарите. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Узбекистан – это необычная страна. И увидела я здесь совсем не то, что ожидала. Люди здесь могут показаться замкнутыми, но на самом деле это скромность. Они могут показаться молчаливыми, но это простое спокойствие. Но вот единственная их черта, которую не спутать ни с чем – так это доброжелательность. Мы воспитаны помогать друг другу и отдавать гостю все, что имеешь сам. Наши традиции – это основа культуры и воспитания. Любить свою семью, развивать страну и уважать гостей. В этом весь Узбекистан. Мне кажется, любить своих родных, помогать друг другу и уважать близких – это должно быть традицией абсолютно всех. Этому мы и учимся на примере жизни других. Смотрите во второй серии про Ташкент. Не совсем реальное путешествие по Узбекистану. О, вот это я понимаю. Испытание нового вида городского транспорта. Ну все, адьос, ребят. Туда. И самая странная бортпроводница в истории авиации. Все, будем комплектить, все, ребята, пристегнитесь.